До начала чемпионата мира по футболу Ростуризм подготовил целый ряд информационных туров для иностранных операторов, чтобы рассказать о туристических возможностях, а также о специальных условиях и предложениях для болельщиков городов, где пройдут матчи. Особое внимание Москве, Санкт-Петербургу и, конечно, Сочи. Организован информационный тур по объектам размещения, по возможностям формирования дополнительных сервисов для своих туристов. Экскурсионные маршруты, гастрономические маршруты, этно-экологический туризм и прочие сопутствующие сервисы. Сегодня принимающие стороны вплотную занимаются вопросами встречи и размещения гостей. Одним из лидеров продаж туров на чемпионат в Сочи является Испания. По словам операторов этой страны, их граждан крайне заинтересовала туристическая база курорта. По предварительным данным, испанских туристов интересуют совершенно все категории предложений. От более дорогих с размещением в 4- и 5-звездочных отелях для корпоративных клиентов, до более дешевых для болельщиков, которые приедут в Россию в личном порядке. Испания не очень много знает про Сочи. И иногда даже думаю, что это просто один курорт и все. Вот как раз в этом моменте чемпионат мира. И масса коммуникаций будет приезжать, и очень много. Вот те, которые даже работают в туризме, они тоже занимаются спортом, что они тоже будут приезжать. И это просто, я думаю, что будет первый шаг, чтобы у нас просто поток испанцев приехали тогда и посмотрели ваш край. Что касается иностранных гостей в целом, то условно их можно разделить на две категории. Первая – это организованные группы спортивных болельщиков, которые следуют на матчи в разные города за любимой командой. И класс зрителей, которые дают предпочтение не конкретной стране или городу, а интересуются непосредственно мировым событием. Это болельщики МАИС. Те, которые ездят по миру, ездят со своими корпорациями. И это те люди, которые формируют мнение общественное. То есть те люди, топ-менеджмент, МАИС-клиент, который, возвращаясь, он скажет на телевидении, он скажет своему другу в Англии, что почему ты так пишешь, почему ты говоришь про наших фанатов, все не так, Россия гостеприимная. Подобные информационные туры в Сочи Ростуризм также организует и для других стран-участниц, которые, согласно жеребьевке, проведут игры группового этапа на стадионе «Фишт». Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.